Недалеко от Подосинок уже 2 года работает современное текстильное предприятие. Завод «Роял Тафт» производит как классические ковровые изделия, так и тафтинговые, иглопробивные ковры. Завод «Роял Тафт» пока не заработал в полную силу. Идет монтаж новых станков и дополнительного оборудования. Уже построены 2 производственных ковровых цеха. Цех по производству сырья и собственный склад. Места в каждом производственном цехе достаточно для установки по 6 больших ткацких станков. Станки производства Бельгии. Вернее, сборка Бельгии. А так запчасти это со всей Европы. Собирается именно, комплектуется в Бельгии. Ну и самые бельгийцы собирают. Ну, чтобы была гарантия, они должны собрать. Поэтому их присутствие обязательно. А насколько станки современные и мощные? Эти станки, я бы сказал, самые современные, что есть на сегодняшний день в мире. Это вот последняя модель вот этого станка, это вот только вышедший новый станок. То есть это не прошлогодний, не позапрошлогодний, а именно в этом году. Много усовершенствованных там деталей, много непохожих на другие станки. Поэтому это самые лучшие, самые передовые технологии на сегодняшний день. Первая очередь проекта – это строительство производственно-складского комплекса на 7800 квадратных метров. Общая площадь второго этапа – еще 14 тысяч квадратных метров. Оборудование в обоих производственных корпусах исключительно европейского происхождения. Какая мощность у станка одного? Мощность… Производительность. Производительность – это зависит от того качества ковров, которые вы производите. То есть вы можете производить там в маленькой плотности, соответственно, будет выходить большее количество товара. Ну, в среднем, если брать, ну, где-то от 1500 до 3000 квадратных метров в сутки. Это в зависимости от плотности ковра. Качество ковров как считаете? Качество ковров, конечно, чем плотнее, тем лучше. Поэтому мы производим по ценовой категории разные ковры, очень разные. Есть для очень как бы дешевый товар, более доступный. Есть, кто может себе позволить средний товар, а есть уже и премиум класса, да, где совсем уже плотность высокая и качество гораздо лучше. Да. Учредители нового дмитровского предприятия скооперировались с производственниками из Бельгии, обладающими богатым опытом в ковроткачестве. И именно европейские партнеры помогают в реализации данного крупного промышленного проекта. Мы находимся на складе. По правую руку от вас ковры, а по левую – ковровые дорожки разных размеров. Здесь, в принципе, представлена вся наша продукция. Только этот склад или вы еще где-то храните? Нет, здесь на производстве это наш основной склад. Основная задача предприятия «Роял Тафт», как ее видят бенефициары завода, это успеть заместить своей продукцией импортную, прежде всего турецкую, которая сейчас доминирует на российском рынке. Очень хорошее оборудование, бельгийское, очень дорогое, очень качественное. Ну, в принципе, работаем, производим ковровую продукцию. А сложно им управлять и использовать? Сейчас современное оборудование, очень много электроники. Автоматики, электроники, вот, поэтому очень сложно. Пока станки новые, 5 лет они работают без как часы. Ну, потом начинаются очень большие проблемы. Учредителями нового дмитровского ткацкого предприятия являются группа физических лиц российских резидентов, в том числе владельцы фабрики-партнера «Белка», и бельгийское предприятие «Белва Инвест», отвечающее за поставку, монтаж и наладку на строящемся предприятии самого современного европейского оборудования. И в ближайшие 2-3 года, надеются бенефициары этого проекта, фабрика «Роял Тафт» сможет оказать серьезную конкуренцию ведущим ткацким предприятиям России и ближнего зарубежья.